Вот уж 8 раз подряд бьет усатый циферблат. И тогда на коврик спальни выплывают две ноги. Ровно плещет умывальник, слышны звонкие шаги, слышен звонких песен дискант. Это значит, стал Бориска. Только вот Борискин папа непонятный человек. Если что-то сделал папа, это значит, он обтяпал. Только грамотная мама может папу понимать. Что такое значит шамать? Что такое щи наять? Полотенце-то кутирка, нос Борискин носопырка. Сам Бориска у отца не Бориска, а пацан. Как-то раз достал он ваты. Говорит, достал по блату. А еще он интересно отвечает в телефон. Алло, алло, гражданочка, вы очумели, что ли? Ведь здесь частное жилье. Или так. Иван Иванович, дорогой, тьфу, чертов брат, ведь я велел послать ветеринара в твой рогатый комбинат. Как-то раз учитель в школе, оглядев притихший класс, сказал: напишите, дети, данной басне пересказ. И, склонясь над партой низко, пишет медленно Бориска. Вороне где-то Бог послал по блату сыру. Ворона с радостью открыла носопыру, да с дуру на самую лесную верхотуру забралась. Ворона шляпа сыр во рту держала. На ту беду лиса внизу арапа заправляла. Спой, Светик, не стыдись, ведь голос твой с небесную присыпкой. Ворона каркнула и мирово запела. Сыр срезался прямо лисе в рот. Лиса обтяпала фартово это дело. Бориска двойку получил за год.